37-го полка. Здесь птицы не поют, деревья не растут, лишь только горы, как стена, врастают в землю тут. Взлетает красная ракета, опять тревога средь ночи, и заскрипят опять бронежилеты. Схватив РД, мы на позиции бежим. Схватив РД, мы на позиции бежим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомненье прочь уходит в ночь отдельный. Второй пол 107-го батальон. Второй пол 107-го батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и Ушаков сойдет с ума, разыскивая нас. Опять закружат вертолеты, снимая с наших плеч беду, а нам с тобою так домой охота. И позабыть про ту проклятую войну, и позабыть про ту проклятую войну. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилено. Сомненье прочь уходит в ночь отдельный. Второй пол 107-го батальон. Второй пол 107-го батальон. С Кабула и Казни сюда мы приползли. Восьмое чудо в виде бут виднеется вдали. Уже приказ не за горами, и пассажирский лайнер ту, набитый до упора дембелями, покинет полевую полосу. Покинет полевую полосу. Нас ждет разгул бездельный, как прежде весел он. А где-то там уходит в ночь отдельный второй пол 107-го батальон. Второй наш Бабианский батальон.